28 лет без Лачина, 28 лет без Джалила Сафарова. Национальный герой Азербайджана Джалил Сафаров в разгар Нагорно-Карабахского конфликта вместе с товарищами попал во вражеское окружение во время операции на дороге Туршу-Зарыслы. Он погиб от пули армянского боевика, спасая экипаж подбитого танка. Его тело так и не смогли вынести с поля боя. На аллее героев в Нагорном парке Баку захоронена его одежда. Память Джалила Сафарова в Азербайджане увековечена. Школа номер 10 города Сумгаит названа его именем. А в родном селе Лешбедин Барнаульского района Грузии установлен памятник герою.